Привет, меня зовут Саша. Меня зовут Саша. А я скажу, потому что я хочу сказать, что мы сейчас расскажем вам, как добавить в альбом не фотографию, а комментарий. На самом деле все очень просто. Представьте себе такую ситуацию, что вы уже начали создавать альбом, вам он очень безумно нравится, но вы чувствуете, что не хватает каких-то комментариев к вашим любимым фотографиям. Для того, чтобы добавить комментарий, вам нужно просто выбрать любой свободный слот, в котором еще нет фотографии, и нажать мышечку и подержать. После как вы, через пару секундочек появляется диалоговое окно для того, чтобы писать комментарий. И вот прошло пару секунд, и я уже пишу комментарий. Такой удивленный такой Иван. Вот. Иван, собственно говоря, удивился, как так легко мы написали комментарий. Все. После чего комментарий автоматически сохраняется, как и все, что мы делаем на нашем сайте. И тут мы понимаем, что нам нужен еще один комментарий. Но теперь он нам нужен побольше, как бы, чтобы разбить две главы нашей, нашего фотоальбома. Выбираем сначала большой слайд. Чик. Точно так же держим пару секунд. И появляется комментарий. Отличный заголовок для следующей части. Вот. Если вы обратили внимание, то размер заголовка зависит от размера слайда. Чем больше слайд, тем больше текст в этом заголовке. Вот такая вот фенечка. Соответственно, комментарий вы можете сделать из любой дырочки. А чтобы вернуть комментарий к фотографии, то есть к возможности загрузки фотографии, просто еще раз держим на этом слотике, чик, и возвращается возможность загружать фотографии. Все очень просто. И что, таких комментариев может быть сколько угодно в альбоме? Да, сколько слотов, сколько дырочек вот таких мы видим, столько комментариев может быть в альбоме. Хоть весь альбом может состоять из комментариев. Тут как вам уже душе угодно. Чик. Мне кажется, это очень удобно. Ну, Саша, 2011 год на дворе. Это будущее. И я такого не видел в интернете. Да, это правда. До новых встреч. Пока-пока.